Вау. Очень красиво. Пойду еще схожу подальше. Красиво как. Яблоки. Здесь классно. На маленьких можно сфоткаться близко. Они потому что низенькие. Класс. Там все фоткаются, и там вообще какие-то прям очень красивые. Берите. Сейчас я быстренько заскочу туда. Не буду прерывать съемку, добегу. Там прям такие махровые яблоньки. Но они тут, правда, все красивые.
Ой, ну там прям усыпанное просто цветами. Сейчас покажу там впереди. Просто усыпанное. Вот это да. Просто усыпанная яблонь цветами. Таким бывают искусственные в гуме. Но это не искусственное, это настоящее. Яблоньки. Как же красиво. Красота просто. Тут можно, я не знаю, стоять, наверное, вообще очень долго. Как обычно, я не могу уйти. Ой, они еще так пахнут. Пчелки пролетают мимо. Чуть-чуть еще пройдусь.
какие тут цветы. Цветочек аленький. Солнце. Интересно, на солнце лучше получится сфотографироваться или хуже? Сейчас попробую. Так, вот он. Мичуринский сад. Сейчас попробую на солнце. Сейчас к яблонькам. Надо успеть добежать. Пока солнце. Страшно такой большой идет, что-то непонятное, пугает птичку маленькую. Да она хоть так же. Машина не реагирует, но человек реагирует. Можно тут, я не знаю, целый день, мне кажется, я бы смогла просидеть. Ну ладно, пойду дальше. Пойду дальше. Целый день это не вариант. Нужно все успеть посмотреть. Ой, там много людей, поэтому там, где люди, видимо что-то с чем-то. Как говорят, картина маслом, наверное. Сейчас пойду схожу, посмотрю. Вон там целая толпа. А, там сирень, наверное. Может, не сирень. Сейчас увидим. Здесь, конечно, вообще они еще такой причудливой формы яблоньки. Не знаю, видно ли нет цветочки. С этой стороны.
пойду туда схожу, что там. Посмотрю, почему там было столько народу. Там сирень, кажется. Вау. Машина, поливалка, видимо, похоже на поливалку. Вау, какая! Одни цветы без листьев. Как в фильме «Любовь и голуби». Только там были искусственные, а здесь настоящие. Памятник Мичуринскому. Мичуринский сад, памятник Мичурину. Ой, ну вот это просто нечто. Одни цветы без листьев. Такого еще не видела никогда. Памятник Мичурину. Так, и пойду сейчас туда схожу еще. Здесь будет розы, будут розарий. Да, там сирень. Пишу. Сирень. Ну, сирень я уже смотрела. Там вокруг фонтана. Каменный цветок. Поэтому к сирене не буду подходить. Хочу яблони в цвету. Яблони в цвету. Как же красиво. Это Мичуринский сад. Там, я не знаю, видно или нет, клен и желтый, и красный. Пойти, что ли, подойти к нему? Да нет, не пойду. Его видно, наверное, вот издалека. Что там за агрегат? А, это трактор.
Да после майских праздников что-то не отнимались. Должны у нас проблемы с прикрытием, но даже когда я сдала анализы, не могу их разобрать. Здесь можно ходить целый день. Все, ладно, ухожу. Вон они. Вон красный клен. А это надо мной дуб. Дуб какой огромный. Еще там красный клен. Тюльпанчики.
красоте. Посмотрю, что это хлопок. Хлопок. Большой павильончик. Фонтанчик красивый. Так и не работает. Почему-то. Вот этот красивый павильон, это, по-моему, нефть, если я не ошибаюсь. Да, вот нефтяные, там такие вышки, башенки вот эти, они как нефтяные вышки. И похож он, кстати, на Азербайджан. Нефть добывают в Азербайджане, в Баку там. Поэтому вот такие там вышки, как башенки нефтяные. Павильончик такой, нефть красивый. О, а это геология. 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 Это Мичуринский сад. Я выхожу из него. Практически вышла. Ух, геология. Какие тут камни. Камни красивые, большие. Ух, сделали, включили уже фонтанчик, который сейчас покажу, короче говоря, который прям из земли. Гейзер. Это все около павильона геологии. Можно посидеть на них, охладиться, когда жарко. Такие кругленькие, такие красивые. Много их тут. Вместо лавочек. Прохладненько. Классно. Когда жара, вообще кайфушка. Кайфушка. Ой, в жару тут вообще супер. Дети тут будут бегать. Ну и не только дети, конечно, и взрослые тоже. Чтобы охладиться. Камушки. Мишка там был, но я что-то... Ладно, пропустила. Нужно было около него сфоткаться, но я что-то пропустила. Ладно, ничего, в следующий раз сфоткаюсь. Обожаю вот эти постриженные тополя. Они такие классные, пушистые. Пушистые тополя.
Ну, Собик сразу бежит к водичке. Вообще, тут такая прикольная для детей. Побегать, попрыгать. Можно даже не смакать. Пойду какое-то поле и пройдусь. Специально тут срезать не стала. Специально вышла сюда, чтобы пройтись около этих тополей. Пушистых. Ой, они какие вообще. Прикольная. Очень классная. Так, ладно, еще сейчас еду к выходу. Всех люблю, целую. Пока-пока. Сейчас выйду в космос. Ну, вот этот. За тополями прольем космос. Всех люблю и целую. Пока-пока.